Где-то вдали от всего спрятано маленькое королевство, в котором живут эльфы и феи. Все его обитатели очень-очень маленькие. Я эльф Бен. А я принцесса Холли. Давайте играть. Нас подожди. Маленькое королевство Бена и Холли. Сегодняшнее приключение начинается в маленьком замке. Муравейник! Ах, какой прекрасный день для королевского пикника! Няня Плам, подготовьте нашу волшебную корзину. Не могу, Ваше Величество. Почему? Волшебная корзина для пикника пропала. То есть вы ее потеряли? Вещи не исчезают сами по себе. Ой, куда подевалось кресло? Няня, где моя волшебная палочка? Есть! Теперь отвезем пианино к королю. Бен, ты готов? Иду, пап! Скорей, Бен! Надо доставить пианино в маленький замок. Нам нельзя опаздывать. Ты слышал, Бен? Эльфы не опаздывают. А мы эльфы! Ой, а где мой рожок? Бен, ты должен следить за своими вещами. Хороший эльф никогда ничего не теряет. О, куда подевалась пианино? Что происходит? Муравьи! Ой, это наш телевизор! Почему муравьи уносят наши вещи? Я не знаю! Муравьи! Это возмутительно! Няня Плам, сделайте что-нибудь! Ладно, давайте пойдем за ними. Куда муравьи уносят наши вещи? Наверное, своей королеве. Королеве? Она красивая, как моя мама? На ней нарядное платье и сверкающая корона? Нет, королева муравьев не похожа на других королев. О! Это мой рожок! Это моя палочка! Ой, это наш телевизор! Муравьи забрали все наши вещи! Да, и наши тоже! Куда они их тащат? Вниз к королеве! Няня, приказываю вам начать переговоры с королевой муравьев! Что ей скажу, Ваше Величество? Скажите, пусть вернет нам наши вещи! Я бы с радостью, но я не знаю муравьиного языка. Он самый сложный среди языков насекомых. Он и сороконожий. Нам нужно найти того, кто знает муравьиный. Гастон! Отлично! Божьи коровки знают муравьиный. Значит, Гастон будет вашим переводчиком. Удачи вам, няня! Можно и мы с Беном пойдем? Да, но не отходите от няни Плам. Она за вами присмотрит. Ура! И я пойду присмотрю за няней Плам. И я тоже пойду присмотрю за мистером Эльфом. Возможно, эти туннели уходят глубоко под землю. Очень глубоко. Они ведут к самому центру земли? Надеюсь, нет. Я уже и так ноги натрудила. Сюда! В этих туннелях потеряться проще простого. Это лабиринт! Я надеюсь, мы найдем обратную дорогу, если что. Без паники, я специалист по лабиринтам. Спускаемся на первой развилке вниз и через спуск опять вверх. И никакой лабиринт нам не страшен. Ой, это тупик. А может, через спуск надо сворачивать влево? О, мы что, потерялись?
Что это за звук? О, муравьи! Нам повезло! Они могут вывести нас к своей королеве! Гастон, скажи, отведите нас к главному! Что они говорят? Гастон сказал, муравьи нас отвезут! Класс! Класс! Поехали! Да, пошел! Должно быть, здесь живет королева муравьев. О, это королева? Да. Она большая, правда? Гастон, переведи, пожалуйста, мои слова. Приветствую, ваше величество. Я няня Плам. А я Холли. Я прекрасная принцесса-фей. Я мистер Эльф. Я миссис Эльф. А я Эльф Бен. Мы эльфы! А вы забрали мой рожок! И мою волшебную палочку! И королевское пианино! И наш телевизор! И волшебную корзину для пикника! Гастон, спроси, можно ли нам забрать свои вещи? По-моему, это значит нет. Почему она не хочет вернуть нам наши вещи, няня? Кто ее знает? Королева, что вы собираетесь со всем этим делать? Она говорит, что это пища, пусть и ужасная на вкус. А зачем она ест, если вкус ей не нравится? Это не еда, понимаете? Королева говорит, что раньше они питались остатками от человеческих пикников. Но люди перестали ходить на пикники. И муравьям приходится есть что попало, даже мусор. Это не мусор! Это чудесный музыкальный инструмент, который я вез ко двору! Нехорошо есть музыкальные инструменты! Да, Бен, видишь, какая глупая королева. Гастон, не переводи это. Когда я сказала, что вы глупы, я имела в виду, что вы умны. Кажется, она не очень довольна. Вам нужна еда. Я могу наколдовать немного в корзинке для пикника. Что вы больше всего любите? Она любит сладкое. Что из сладкого предпочитаете? Желе? О, это я могу. Осторожно, няня Плам. Не устройте желейный потоп. Не волнуйтесь, я знаю, что делаю. Чудо-корзинка моя! Сделай мне немного желе! Хотите еще? Пожалуйста. Осторожнее, няня Плам. О, мистер Эльф, не бойтесь. Желе, желе, еще немного мне. Няня, они все хотят желе. Так я буду колдовать целый день. Надо сделать побольше желе. Нет, няня Плам! Еще, еще, еще! Кажется, я что-то слышу. Что это? Желейный потоп! Что они кричат? Кофейный клоп? Какой еще клоп? Желейный потоп! А, желейный потоп! Мой рожок снова со мной! А вот и моя палочка!
муравьев теперь целые горы желе. Пианино немного помялось. Хо-хо, хорошо, что это не мое пианино. Вообще-то, Ваше Величество, это ваше пианино. Я как раз вез его в замок. Ах. Ничего, папа, оно прекрасно звучит. По крайней мере, если играть высокие ноты. Ha 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 ha!